Здорово всем, ребята, Кентуха на проводе, и прямо сегодня я притворюсь разработчиком Махмутом и затроллю агростримершу. И, конечно же, в этом троллинге мне поможет аккаунт ТикТака, потому что у него есть мимикрай и куча дорогих скинов. Поэтому это будет нереально крутое видео. Прямо сейчас спрашиваем и лайк, подписывайся на мой канал и пиши любой хороший комментарий. Ну а мы переходим на стрим агростримерши. Ну что же, ребята, я зашел уже на стрим этой агростримерши, она начинает злиться, что-то рассказывает, просто послушайте, что она говорит. Поэтому, ребяточки, не завидуйте мне. У нее раунд голд один, она говорит, не завидуйте мне. Ох, ребята, это будет очень веселый троллинг. Так, ну что же, вперед я кидаю первый донатик. Так, ребята, если что, меня зовут Махмут, я кидаю 1000 рублей. На вас поступила жалоба, то, что вы играете как нуб. Я хочу вам дать шанс получить мимикрай, и это не шутка, мой ID. Заходите. И я прямо сейчас кину ей донат и приглашу ее в лобби. Погнали! О, братва! Поступила жалоба, что вы играете как нуб. Я хочу дать вам второй шанс получить. Мимикрай получить! А у меня реально есть мимикрай. Я хочу вам дать шанс. Я хочу вам дать в рот. Офигеть, у него крутое ID. Да, потому что это ID ТикТака. О, мужики, это малышечка в лобби. Давайте я напишу. Привет, я разработчик Махмут. Ну и имя, просто думайтесь. Приветик, я разработчик Махмут. Приветик. Это мое самое любимое имя. У меня очень длинный мимикрай. У меня очень длинный мимикрай. Это мое самое любимое имя. Махмут! Анетка, ты че? Вообще там не нормально. Она пишет, ты простой мимикрай. Да, он очень длинный. А, да, я забыл вам сказать, это же все кастомное лобби. Я сделал максимально смешные настройки. Поверьте вы мне, это будет просто полная ржака. Выставлена рынок, и я поверю. Так, она пишет, ну меня каждая школа дурит, не выйдет, выставлен рынок, я поверю, ахаха. А если ты меня заскамил и не выставишь на рынок, то я тебя заскамлю, и мы вообще не пойдем с тобой в дуэль. Слышь, меня, это, скамить меня не надо. Смотри рынок. Ох, ребята, прямо сейчас мы заходим на рыночек и выставляем мимикрай. Самое главное его случайно не продать. Выставить на рынок, ну выставляй, давай, выставляй. Давайте выставим за 400к. Так, вроде как не перепутал. Все, ребят, поставил, она по-любому увидела. Слетели. Если выиграешь, дам мимикрай. Блин, у меня наушники сломаны, как я буду с тобой играть, о май гад, я думала, ты шутишь, пыжи, дай мне его. Она пишет, я думала, ты шутишь, пыжи, дай мне его. Если проиграешь в рот, то без проблем. Да, без проблем. То есть она готова сыграть? Все, братва, я думаю, мы можем запускать лобби. Единственное, я чуть не забыл, давайте сделаем раундов чуть побольше. Запускаем и погнали. Блин, братва, я на аккаунте ТикТака, я забыл поприменять другие скины. И все, что применил, это мимикрай и Авик ТХ. Поэтому давайте я куплю Авик ТХ и мимикрай. Все, ребяточки, нужно подкрепиться. Это не то, что вы подумали, это зелье. И из-за этого зелья я буду лучше играть. Не понял. Давайте я напишу. Нищая, иди на П. Пацаны, сейчас она по-любому будет в шоке. Иди на П. Какая ты нищая? Он ее нищей зовет. Так, ну что же. Эй, а где она? А, вот она. Главное не спалиться, что я быстро бегаю. Ты готова? Раз, два, три. Оп. Ну? Реально, мимисрай! Реально! Что с ней происходит? Мне капец как интересно посмотреть ее реакцию. Короче, у меня есть к тебе предложение. Давай меняться. Она пишет, давай меняться. Нет. У меня перчи, мимисрай. А ты мне ножик. А теперь смотрите, оп, Авик ТХ, Авик ТХ. Красота, пока. Офигеть, нет, не мимисрай, показывай. Если выиграешь меня, он твой. Я очень плохо играю. Если выиграешь меня, он твой.
Все, ребята и Волечка, я притворился, что я максимально плохо играю, поэтому мне сейчас надо максимально нубить. Ты меня зря нубкой назвал, ты еще не знаешь, как я могу играть. Так, я беру в первом раунде АВМ. Просто прикиньте, в первом раунде АВМ. Так, давайте про голос спрошу. А сколько у тебя ХП? 99. Слышишь? А я себе сделал 149. Верни мне одно ХП, алло. Нет. Так, ладно, братва, погнали. А где она? Алло! Так, ребяточки, иду. А где она? О, вот она. Смотрите, как я стреляю. Иди сюда, нубчик! Притворяемся полным нубом. И чуть-чуть. Что? Что? А, я же ей сделал одни берецы. Поняли, в чем прикол? Поэтому она еще играет с берецами. Я тебе не нубка. Где он? Где этот перхоть? Алло. А где она? Короче, я планчу. Класс. Она заплантила. Что ты делаешь? Смотрите, сейчас будет полный угар. Что ты делаешь? Это не я стреляю. А что она делает? Это не я стреляю. Блин, ребята, какой-то чел зашел за нее. Выйдите, или я забаню. Ты что сделал с моим управлением? Да, ремикс, выйди или бан. Бан. Куда чел за нее зашел, я ему написал. Ремикс, выйди или бан. 5 minutes later. Так, ребят, имба, этот чел вышел. Прикиньте, у Аарона на 4-5-1. Откуда у меня берется? Вообще, что ты сделал моим аккаунтом? Так, ну что, я ей написал сообщение, ждите бан по причине вы нубка. Okay. Блин, ребяточки, мне главное получить свой мимисрай, но его себе, и что главное, сохранить свой аккаунт, это самое главное. И в этом раунде я, ребята, беру ФАМАС. Она тупо еще не добежала до пункта Б! Она не добежала до пункта Б! Вот она. Давайте я так чисто стреляю в небо. Вот так прям на хаешку лицом вспомнил. Нормально? Все. Что такое? Я вынесла. Она меня забрала. Идеально 2-0. Пусть порадуется малышечка-то. Я вынесла, пошел ты в мою папочку. Так, ребятки, что же мы возьмем в этом раунде? А давайте-ка я в этом раунде возьму... Давайте предложу комит-ножи. Ты нубака! И сейчас, короче, она просто будет в шоке, потому что у меня 149 хп. Так, я ей предложил комит-ножи. Я на хайпе, я... Все, ребят, ни у кого нету, никого... О, у меня будет мимисрай. Ну давай. Запомните этот день. Этот день, когда я перестала быть нищей, понимаете? Эй, она видела, что я предложил мит-ножи? Богатая жизнь начинается с того момента, когда появляется мимисрай. Комит, давай! О, идеально. Сейчас, а ну-ка. Смотрите, она сейчас по мне попадет, но я буду жив. Какой нуб. А вот так вот? У нас мит-ножи. А ну иди сюда. А если вот так вот? Чего? Как она меня забрала? У меня 150 хп! Блин, ребят, я чуть немножко зафейлил. А, ну ладно, нормально. 3-0. А я тебя отжагала. Не надо. Она пишет, я тебя отжагала. Он, наверное, очень злится, да? Гомит совем. Все, имбулечка. Я тебя вынесу. Гомит совиков. И давайте напишу. Ноу зум. Но при этом я буду играть зумом. Ноу зум, давай. Ой, давай, нубасос. Так, ребятки, где эта малышечка моя? Давай, я тебе ноу зумом, давай. Ну и? А нет, просто легчайшее! Надо ноускопом, так нечестно! Единственное то, что я играл с зумом. Интересно, она заметит это или нет, как думаете? Ты обманул! Надо ноускопом!
ноускопом. Алло, надо ноускопом. Ты обманул над ноускопом. Я напишу. Я разработчик, мне можно. Я разработчик, мне можно. Ты что вообще? Так, в этом раунде берем М4А1. А я как бы королева стендофа. Мне тоже можно. Ох, ребят, ну что, погнали. Сейчас бежим. У меня, короче, есть один очень хитрый коварный план. Давайте я тупо к ней спиной так зайду. Она пишет, я королева стендофа. Да, ты что, королевушка моя? Тоже, мне главное, чтобы ты отдал мне свой... О, тихо. Да как? Да как? Королева... Тише, смотрим. Да как? Да как? Да, да! Она меня не замочила в спину. Кана ты, нубетка. В спину не смогла забрать. 113 урон. Алло, это мой раунд. Я себе сделал чуть больше хп, чтобы не проиграть. Отдай раунд. Слышь, это не норма. Она пишет, отдай раунд. Все, мужики, поехали, играем дальше. В этом раунде я хочу просто по полной программе поугарать, поэтому я беру М60. Не, я так не играю. А, тихо. Смотрите, просто так М60. Ты меня заколебал уже! Ты вот это ел уже меня просто, уже меня выводишь! А, она меня собралась забирать на нож, но, увы, ах, не вышло. Так, ребят, это просто полный имба. Так, ребят, в этом раунде я беру М60 и просто тактика зажим. Я вынес, ну, этого канавного чи... Да как? Ну, блин, ну, вы из него начитили! Я вообще случайно ее забрал, случайно! Что вы понимали, я слышу, она там что-то стучит, что-то магрится, что-то злится. Ох, ребята, как мой аккаунт? Вам интересно, где же ты берешь так много лдишечки? Ребят, ответ крайне прост. Это все благодаря болдропчику. Потому что болдропчик это топовый дропчик. Тем более, там есть новая коллекция кастиков. И тем более, ребята, там есть новый крутой ивент, в котором ты фармишь скипятишки и скипятишки меняешь на топовые скины. Вот так вот. Тут можно даже поменять на нож, прикинь. А сверху на моей башке есть два секретных слова. Ты их вводишь и по первому ты забираешь. Выбираешь бесплатный сундук, а во втором получаешь дополнительный процентик. Все нужные ссылочки находятся снизу, а мы идем дальше. Так, ребят, нормальный тролли, нормально мы затроллили. Кресло, трон свой задело случайно. Давайте напишу, го, я тебе отдам раунд. Го, я тебе отдам раунд. Уже два. Не понял. Уже два должен. Второй раунд были вонючие читы. Ты должен два раунда. Го. Отдам. Го, отдам, давай, отдавай. Так, я делаю вид, что я сейчас отдам раунд. Ай, блин, да блин. Да как? Ты издеваешься, что ли? Блин, это было жестко. Давайте напишу. Ты надоела выигрывать. Я включаю себе высокие прыжки. Забирай свои слова обратно. Ты надоела выигрывать, я включаю себе высокие прыжки. Забирай свои слова обратно, я не нубка. Ой, не нубка она. Все, братан, я себе включил типа высокие прыжки. Чего? Какие высокие прыжки, алло? И попрыгали к этой малышечке. Все, я написал, что попрыгал к ней. Где он? Не, он пошутил. А где она? А вот она на базе. Хо-хо-хо. Придите, я сейчас заберу. Он... У меня завис стендоп! А ну-ка! Что это было? Она просто в шоке, у нее челюха отлетела. Читер, ты поганый! Разраб, ты недоделанный! А где она? Она где-то прячется. Имба, смотрите, угар! 3, 2, 1! Да блин! Прыжки, ноузум, хедшот! Мы это сделали! Как думаете, она в шоке там? Я включаю киберкотлетство. Это читерские очки, за это не банят. Так, братва, я и написал, что я выключил. Мы дальше притворяемся галимым нупом. Я же разраб, я же галимый нуб. Принцесса ты моя! Ну ты маленькая, ты иди. Все, смотри, начинай играть.
А, она на базе сидит. Это читерские очки. Она тупо на базе сидит. Короче, братва, есть план. А давайте-ка я прямо сейчас запрячусь в ребрах. Подожду ее, пока она заплентит. И хедыщ! И не мамытки. Как вам идея? Это читерские очки, я сказала. Она идет, она идет. Не палимся. Я с читерскими очками играю. Она меня не видит. О! Как на пососа. Какие-то ты читерские очки. О, давайте я прикол притворюсь, как будто я не умею дефать. Да что за фигня? А как дефюзить? Я забыл. Как дефюзить? Я забыл. О, и давайте я сейчас просто себя сожгу. Великолепный план, Уолтер. Оп. Импулечка. Я случайно. Ща будет тактика. Разрыв. Я думала, что он меня выиграет 100%, но я поняла, что он тупенький. Я и написал. Ща будет тактика. Разрыв пуканчика. Ох, ребята, вы знаете, что это за тактика? Я-то знаю. Нам просто нужна хаешечка. Я его смогу победить, понимаете? Я его смогу победить и получу, наконец-то, мимисрай себе. И прямо сейчас, ребята, будет тактика. Разрыв пуканчика. Погнали. В смысле? Ой-ой-ой. Вы забрали как на подметку. Ребят, нормально, 7-6, забрали малыху 7-6, тупо изи, каточка. Слушай, у меня есть прикол, а давайте я себя находится таким образом, чтобы у меня осталось, ну, примерно там хп 20-30. О, идеально, 28 хп. Все, идеально, у меня 20 хп. Он нечестно со мной играет, я, значит, тоже буду нечестно играть, а что? Он, блин, опрыгает. Что, ребят, я дальше притворяюсь полным нубом. Блин, у него куча преимуществ, я тоже буду, хорошо, я тоже буду играть, как я захочу. Так, ребят, притворяюсь полным нубом. Мы играем по моим правилам, понятно тебе, чепушила ты. Она заплентила. Это плента, чего закидала? Понятно, да что это ты сделал? Вот, Анетка, вот нехорошая это ты, девушка-то такая. О май гад, он забрал, атаковал мое, он забрал мое управление. Смотрите, смотрите, я видел там. Просто посмотрите, сейчас будет мегаржака, я как ну погоди его заберу. Блин, это вышло случайно. Сейчас будет так. Тика, пук-пук. В чем суть этой тактики? Она максимально проста. Мы просто бросаем, ребят, дым везде, где только можно. Она пишет, что мне не нужен мимикрай. Не, ну это правда такой точнее нубу. Точнее нубу. Не нужен мимисрай. Такому нубу не нужен мимисрай. Ох, ну ща ты за нуба, ты ответишь. Так. Смотрите. Она даже не знает, где я нахожусь. Он тебе хуже сделал. Короче, ребяточки, я беру пачечку и иду плентить. Мне нужно сделать, чтобы все нужно сделать, чтобы получить этот мимисрай. Она бежит плент. Смотри, это она. Делай плент. Она тут. Отлично. Тише. Я дефьюжу, она меня не спалила. Ребята, он не расплентит. Плентить. Короче, братва, самый угар, мы забыли закрыть лобби, из-за нее постоянно кто-то заходит. Ты подмогу позвала, я вас двоих заберу как нубов. Ты подмогу позвала, я вас двоих заберу как... Это не со мной. А хотя, подождите. Давайте-ка мы в этом раунде возьмем дробаш. Да ты что? Это не со мной. Я знаю, ты его позвала, потому что ты ботиха. Я вижу, что он не против. Если он не против, то, возможно, мы с этим челом вынесем его. И мы получим мимисрай. Я готова отдать тебе свои 10%. Она меня не спалила. Так, она меня не спалила. А у меня есть идея. Давайте еще к ней подбегу и просто скину дробаш. Интересно, как будет у нее реакция. Я сама тебя вынесу, нубяра. Смотрите, по попочке. Кидыш, по попке дали. Понятно, отстал. Что я писал? Все,
сюда, на базу. Так, ну что, погнали. Их теперь двое, прикиньте, угар. Братва, это полный угар. Это чел вообще даже не знает, что идет троллинг Анетки. Я не знаю, кто это такой. Он просто зашел и начал играть. Это какая-то голимая руина. Так, братва, у меня есть идея. Давайте еще этого чела замочу. Я осталась одна. Анетка себе позвала на подмогу кого-то чела, но я все равно их мочу. Ты куда? Ты куда? Ахаха, даже так сливаете. Где он? О май гад! Тише, 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 тише. Она тут слева, походу. Давайте еще прыгну, проверю, где она. Ты нуб! Зря я тебя позвала! Ты мне подосрал катку! Ты нуб, зря я тебя позвала, ты мне подосрал катку. Где? А, это напишет про своего тиммейта, что он нуб. Так, братва, счет 9-8. Я пишу. Помни, я тебя забаню, если сольешь. Я одна. Счет 9-8. За ними срать. Так, пацаны, у меня есть одна очень крутая идея. Ща будет тактика горящая Анетка. Сейчас будет тактика горящая Анетка. Как вы думаете, она понимает, чем суть этой тактики или нет? У меня и так попа горит. Я прямо сейчас буду играть только при помощи моликов. У меня и так попа горит, куда дальше? У меня и так попа горит. Тихонько. Нормально, нормально. Так, ребяточки, короче, я не могу пока попасть. Я делаю плент. А где она? Она заплентила. Я сейчас тебе покажу тактику горящей попы. Так, ребята, идеально, идеально. Она в ребра, да? Давай. Вы готовы? Вот она, вот она. Отлично. И давайте чисто как полный нуб, сам сгорю. Все, идеально. Я тебе показала тактику горящей попы. Решающий раунд. О, я потею. Мне главное не слить, а то троллинг пойдет не по контролю. А в этом раунде я беру. Ребят, конечно же, М60. Я потею. Короче, ребяточки, это очень важный раунд, поэтому, конечно же, я делаю все попытки предпринимать для того, чтобы получить эту долгожданную Арканус Немелес коллекцию, которую все хотят, которые готовы сделать. Братва, учитывая, что прямо сейчас финальный раунд, было бы в идеале забрать на нож. Ну, я не знаю, мне это выйдет или нет. Поэтому, что я делаю? Я делаю плент. Это плент, а она опять смуглевала. Вот, Анетка, разозлила ты папочку. Это же не тот плент. Так, ладно, ребят, смотрите, что я придумал. Бежим, вот так просто. А где она? Она может быть где угодно. Вот сюда встану и все, он меня здесь точно не найдет. Можно тут? Я отвечаю, я не знал, что она там. Все, мы победили и... Наш мимикрай мы оставляем на аккаунте ТикТака. Жди бан. Я заслужила пол мимистрая. Я заслужила пол мимистрая. Пол мимистрая. Жди бан по причине бомжетка. Так, ну что же, мои уважаемые подписчики, если вам понравился этот нереально крутой троллинг, прямо эту секунду прожмите лайкосик, обязательно подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Ну а с вами был ваш Кентуха, а точнее разработчик Махмуд. Обязательно подпишитесь на мой YouTube, прям обязательно, и на мой Twitch, ссылочка в описании, и на мой ТГ, там халявный 5000 голды разыграю. Все, братва, всем удачи, всем пока-пока.